Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» сообщает о том, что предпринимателей Самары приглашают на образовательные семинары. Как получить финансирование на развитие бизнеса? Региональный центр инноваций объявляет о запуске комплексной программы с обзором действующих инструментов грантовой поддержки малого и среднего бизнеса. Вебинары будут проходить каждый четверг с 19 октября по 9 ноября. 19 октября в 17:30 по московскому времени расскажут о мерах поддержки фонда «Сколково». 26 октября в 17:30 о программах Фонда содействия инновациям для начинающих технологических предпринимателей. 2 ноября о том, для чего можно и нужно применять меры государственной поддержки бизнеса. Обзор инструментов от центра «Мой бизнес». 9 ноября речь пойдет о грантовой поддержке от Росмолодежи. Администрация Куйбышевского района Самары показывает, как в районе организована подготовка домов к зиме. Жители одного из домов попросили утеплить их квартиру. На фото управляющая компания проводит работы по утеплению фасада дома номер 16 по улице Центральной. Администрация Кировского района Самары в телеграм-канале сообщает о том, что в период с 16 по 22 октября на территории всех субъектов Российской Федерации проводится выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. В опросе принимают участие жители старше 15 лет. Все данные, полученные в результате опроса, в обязательном порядке признаются конфиденциальными. Будут обезличены, не подлежат распространению и будут использованы только в целях формирования официальной статистической информации. Для выполнения наблюдения привлечены временные сотрудники-интервьюеры. Они при себе будут иметь специальное удостоверение и паспорт. Информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Самарастата по телефонам, указанным на экране.